Лето уже полностью вступило в свои права, а значит, перед многими жителями России встает животрепещущий вопрос, где можно хорошо отдохнуть. Особенно актуален он в условиях скромного бюджета на отдых. Славянцам легче сделать это, потому что в районе есть свой собственный отличный пляж «Оазис» на побережье теплого Азовского моря. Первый летний месяц, июнь, перевалил за свой экватор. Все больше наших сограждан со всех концов страны прибывает на Кубань для того, чтобы отдохнуть после напряженного трудового года. Далеко не все из них минуют наш район, проезжая на желанные курорты. Есть и у нас свой центр притяжения для отдыхающих. Это пляж «Оазис» в Ачуево. Мы побывали на открытии курортного сезона. Хороший благоустроенный пляж – это очень хорошо, потому что и наши славянцы, жители города, жители района приезжают на свой собственный пляж. Далеко не надо ехать. Конечно, кому хочется там экзотики или Черного моря, те уезжают. Но наличие таких вот мест для отдыха – это очень важно. И сегодня тому подтверждение, сегодня сотрудники администрации, просто жители, просто люди с семьями приезжают для того, чтобы здесь отдохнуть. Славянские артисты приготовили для этого мероприятия концертную программу. Это любовь, это надежда, это вера, что все будет хорошо. Сердце замирает. Пляж производит очень приятное впечатление. Он работает уже не первый год, и его работники знают, как во всеоружии подойти к сезону. К нам на пляж приезжают люди и предлагаем разные услуги. Значит, кто приезжает на стояночку постоять и выходит отдыхать на пляж. Есть навесы, лавочки, мангалы у нас. Предоставляем им шалаши, развозим по всему пляжу. Есть вип-зона у нас. Также имеются домики со сплит-системой, навесами, мангалами. Здесь оборудованы питьевые фонтаны и душ. Большой популярностью пользуется прокат квадроциклов. Есть мороженое и прохладительные напитки. Самое главное, что людям здесь нравится, и они отдыхают с удовольствием. Почему нравится здесь? Во-первых, здесь море мелкое. Для ребенка это очень хорошо. Во-вторых, здесь очень хорошо оборудован пляж. Здесь очень приветливый обслуживающий персонал. Здесь очень весело, здесь очень красиво. Здесь вот, ну, все придумано для того, чтобы можно было в автокемпинге туристами здесь отдохнуть. Замечательные условия, берег хороший, чистый, песочек, место обалденное. Второй год сюда подряд ездим, нам очень здесь все нравится. Охотно на пляже отдыхают и жители близлежащих районов, которые находят здесь свои весомые преимущества. У нас привлекло то, что здесь чисто. Нам нравится здесь отдыхать, потому что здесь аккуратные домики. И у нас сегодня праздник профессиональный, день медика. Мы решили всем коллективам приехать сюда отдохнуть. Несмотря на то, что погода в день открытия была далека от идеальной, солнце было прикрыто облаками, все приехавшие высоко оценили достоинство пляжа, искупались в теплом море. Большой интерес вызвала спартакиада, в которой приняли участие сотрудники городской и районной администрации, работники предприятий и организаций. Участники соревновались в таких видах спорта, как дартс, шашки, нарды. Но, пожалуй, наибольший интерес вызвало перетягивание каната. Здесь были нужны не только сила, но и ловкость, слаженность. Лучше всех выступила команда «Управа», которая взяла максимум первых мест, в том числе и в перетягивании каната. Команда всегда самая дружная, всегда на позитиве. Мы не ждали этой победы. Мы хотели принять участие, выиграть профессионально. Открытие пляжа прошло успешно. Впереди пик курортного сезона, к которому «Оазис» вполне готов. Главное, чтобы погода не подкачала. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».